она нахуй догадается. В плане, она догадается, какой никнейм у меня. И не скажет мне, и будет втихаря смотреть мои стримы. И донатить чуть-чуть на какие деньги, блядь. Она будет копить випку. Потом она возьмет, купит випку, станет модератором, а потом через год раскроется, блядь, то, что это моя мама у меня модератор. А прикиньте же, следующее поколение, которое вот стримеров, да, ну вот сейчас стримеры, да, люди. Ну когда-нибудь в теории у них будут дети, потом они заставят их стримить. Они будут стримить и будут модерировать... Нет, ты чё, подожди, модерировать нахуй, ничего делать нахуй. Короче, я думал сделать семью стримеров, чтобы они модерировали друг друга в чате, то есть... Работяги, пиздец, как на заводе. Знаете, какой тильт, когда ты тратишь 20, сука, тысяч на ебучий мобильный кондиционер, а когда ты его врубаешь на стриме, просто звук, как будто ты, блядь, в шахте работаешь, нахуй. Сука, в итоге, ну, нахуй, ну, типа... И нахуя я, ебать, его покупал, блядь? Я ж перееду, блядь. Я подумал, я вот играю в карты... Все почти, да, кроме этого, кроме Миража плюс Даста. Соответственно, а нахуя играть карты все, кроме Миража и Даста, если, допустим, в FPLC, ну да, по приколу, вот допустим, вот какой-нибудь вселенной параллельной, да, я пройду в FPLC, какой-нибудь параллельной вселенной, да, 90% игр будет Мираж и Даст. И тут я задумался реально, а нахуя? Но с другой стороны, мне вообще похуй на этот FPLC, на этих, ну, на эту платформу. Против меня играет Тетрис Год. Чё ты банишь, сын шлюхи, блять? Он банит Германию и Швиден. Где мне играть нахуй? Ну это реально сын уёбка ебаного, блять, из Португалии. Вернись в свою Португалию, мужик, с такой... Ну ёб твою мать, турист ебаный. Зато на мажоре не будет Миража и Даста. Точно! На мажоре я же банить их буду. Блин, логично. Если чё, я Аверпас впервые играю. А ты нахуя вообще за меня попался? Ну, сука, ну это просто уёбок. Я ему могу уже репорт накинуть, блять. Он банит, сука, Германию, блять, и Швецию. Тварь ёбаная. Бля, вот это пиздец. Тетрис год, скетч год, блять. Кто еще тут есть бог? Богоподобен. Кто тут еще богоподобен? Бля, вот я воспитаю поколение, нахуй, которое будет доброе, умноженное, блять, на хорошее, умноженное на продуктивное, перспективное и хорошее вообще в целом, блять. Чё ты там говорил? Иди нахуй, нытик. Блять. Поколение нытиков. А! Я чат зач... Ебать, я хуесос. А, похуй, ебать. О, лом все! Нахуй, нахуя я слушаю этого оранжевого, блять, ну нахуя? Ну я просто... Ну блять, сука, ебучий, нахуя я слушаю человека, у которого тире на жопе пик, Клантек, блять. И никнейм тире скетч год. Ну нахуй я это делаю вообще, блять. Бля, у меня еще человек в чате с ником Лепешка 33. Ну ты че, ебанутый, блять. Ой, у меня пинг 50 на Нидерландах. Чего нахуй? Бля, еще они лонг бегут все по этой стенке. Они ебанутые, блять. Первый раз на карте The Overpass, сука. Ай, бля, нога чешется. Почешите ногу кто-нибудь, пожалуйста, в разделе, блять. В районе пятки, это пиздец, что за хуйня. Бля, у чела никнейм Тетрис год, и у него еще Клантек 30 Ерстелан, блять. Я тебе сочувствую, нахуй. Unlucky, нахуй. Я думал, мы 2 в 2, а там, блядь, 2 в 1. Ну ладно, за хедшот вантапный такой вот. Можете мне респекты навалить. Сейчас. Неплохо стримишь, не думал начать играть. Закрой ебало, сейчас я тебя удивлю, нахуй. Мужик, бля. Блядь, как ты меня заебал, блядь. Это просто пиздец. Я его замучу, нахуй. Ну это он меня заебал, блядь. Эти колы, блядь, дай мне самому поиграть. Иди нахуй вообще. Тимурка не думал начать стримить на Твиче. КамАЗ 50. Блять, как вы вообще эти никнеймы делаете? КамАЗ 57, Лепешка 33, блядь. Ну вот Андрей 9.1, я могу еще понять. Андрюха 91 года рождения. Это сколько тебе лет? 9, 22, 31, 32. Пиздец тебе, конечно. Удивил, да я ебал, меня этот чел заебал просто, блять. Колит и колит какую-то хуйню, отъебись от меня. Минус реп не слушается капитана. Какой, блять, капитан, нахуй, чё вы несете? Все, я играю, как я хочу, блять. Играю, как хочу, нахуй. Если я сейчас взорвусь, блять, я не выдержу. Блять, митаут, ну это чё за... Блять, этот хуесос против меня уже раз пятый играет, блять. Сука, он на каждом стриме меня снайпит, блять. Потом пишет в чат. Скайуокер! Бля, какой рандом, что мы попали с тобой нахуй в игре. Потом выходит, мне с одной ставит. Иди нахуй, 2600 узник, блядь, гандон ебаный, блядь. О, сука, я не могу просто. Меня не... Блядь, первая игра, вот у меня уже так плавит нахуй. Это, бля, короче, последняя игра на стриме, походу, я хуй знает. Почему такой токсичный? Ну я же войс никому не токсичу им, блядь. Играют и играют, бля, ну просто реально хуйня ебаная. Точно так же делает, блядь. Что делать, если девушка не хочет смотреть со мной этот стрим? Ну, блядь, разбить ей ебало.
GTA 5 RP, разумеется. Ну вообще, знаешь, я половине своих зрителей плачу за то, что меня не смотрят. Так, все сдохли. Три на Б стоят, все сдохли. Ну, ёб твою мать. Гений, нахуй. Этот плюс В бежит. Бля, я вас в рот ебал, всю команду, нахуй. Все, проебали, блядь. Команда хуеглотов, блядь, стоит 3Б, делает ровно 0 фрагов и дает 0 информации. Бля, у нас есть open фраг, мы имеем ситуацию 4 в 5. Челы заходят на Б, просто, блядь, все дохнут. Ну что за хуйня, блядь? Первый раз на верпасе, да, парни? Монстр 2 стоят. Я в ахуе, что они делают? Чел стоит, ждет. Чел просто стоит, ждет, блядь, а другой нахуй просто стоит, блядь, нашивает. Парни, вы вообще играете, нет? Да в танки пойдешь. Да мне реально, походу, в танки переходить, нахуй. Я не могу, блядь, играть в эту игру ебаную. Меня бесит она, блядь. Блядь. Я реально в тег стрима сделаю роспись 300 рублей. Не 100. Блядь, вы же все равно не заметите, нахуй. Че? Че я сделал? А как я так сделал, что там другой язык вообще был, блядь? Бля, у нас чел командует, блядь, 006 имеет, нахуй. Мужик, просто убивай, бля, нахуй ты эти гранатки схелпуешь-то, блядь. Ты находишься на фейсе, ты не с командой играешь. Тут ты должен соло тащить, тебе команда, ну, ничем не поможет, блядь. Ты на них, ну, не саппорти, что за хуйня? Пиздец, реально, если мне еще один чел задонатит 100 рублей с просьбой расписаться, я не знаю, бля, я не выдержу. Я минималку 300 поставлю, это просто пиздец. Он просто выходит, блять, на меня. Ну реально, блять. Он просто выходит правым плечиком, нахуй. Я ему в ногу даю, потому что я не ожидаю, что он выйдет, блять, просто. Бля, 0-7, нахуй. Охуенное начало стрима утром, блять. Ладно, похуй на все. Вот нахуй он здесь стоит. Бля, он мне сказал стать там, блять. Нахуя? Что, блять, я же Да закрой ебало уже, нахуй. Я хуею. Он забил просто на все позиции. Хуй. И пикает префом вот эту, ну ты ебанутый, блядь. Ой, ну блядь, еще закидывают миллионами долларов, ну это вообще тильт. Мне крайне хуёво, блядь, я буду щаныть весь стрим, мне похуй. Это угроза, блядь. Слышал, шар, задел, он даже не идет никуда. Как придурок, я уже не могу играть. Мне просто не хватает, нахуй, просто, блядь, терпения в это играть, нахуй. Да иди нахуй! Ну я ща офну, реально, это просто пиздец. Нытик, да иди нахуй, мужик, блядь. Иди реально нахуй. Бля, я не могу просто, блядь, уже, это просто пиздец. 93-4, да иди ты в пизду, блядь, почему ты... Одна патронка залетела каким-то, блядь, хуем просто через стенку, блядь. Ебать, если б я еще и умер, нахуй. Бля, я не могу, там столько донатов в очереди, нахуй. Ебучие деньги! Извини, 299, затроллил меня. А я тебя. Я просто не могу ответить на донаты, нахуй. Даже у меня next идет уже сразу, моментом, блядь. Я не успеваю. Распишусь, блядь. Бля, это просто пиздец, вы видите, нахуй? Они не останавливаются. Блядь, да ты с читом, нахуй, как ты так донатишь, я не понимаю. Ладно, там дальше сами разберутся. Я просто лоу-скилл ебаный, я не могу попасть нахуй из-за того, что я просто... Я в тильте уже, блять, я не могу нахуй играть просто спокойно, как должен. Ты лучший стример примерно как Иван Зола, бля, мужик, ну зацейви меня нахуй этой хуйни, ну какой, блять, Иван Зола, ну ты реально. For real, за что? Денег много, ебать, радуйся. Ну да, то мне мать говорит то, что я что-то мало зарабатываю, мама недовольна сыном. Короче, эту демку, я думаю, вы можете разбирать, типа, ну как. Учиться по ней. Мне кажется, неплохая игра вышла. Это пиздец, я не могу стрелять, нахуй. У меня просто... Мне хуёво. Ой, блядь, ладно, я, короче, полежу на стуле немножечко. Жара уйдет, блядь. Ну, конечно, я сейчас умер не из-за жары, из-за того, что я нубас ебаный, да? Но, блядь, тоже в пизду жару эту ебаную, нахуй. У меня спина уже мокрая, блядь. Я простримил, нахуй, 50 минут, чё? У тебя хотя бы мама есть, зато бати нет. Неожиданно, да? Такое тоже неожиданно. Где последний-то, ебать? Блять, сколько денег, я в ахуе, как мне отвечать на это все? Спасибо за миллионы долларов. Распишись, ПЖ. Охуенно, распишусь, ссылка, где мужик? Ну ты, он репикает, налево уходит, у меня два чела на шорту. Два, сука. Чем вы занимаетесь? Да, вот вы, кстати, так донатите. Ссылка. 300 рублей. Ну, без ссылки. Потом сотку с ссылкой. А как мне... Ну, типа, это не намек на то, что нужно два раза по 300 кидать. Просто, ну, сразу ссылку кидайте, блядь. Как я должен понять то, что вы до этого 300 донатили?
У тебя мать шлюха. Открыл дверь в свой гроб. Ой, это хуесосский мув был сейчас. Очень неуважительный, блять. Чела 6 фрагов, он так просто дверь открывает тупую и убивает меня. Ну иди ты нахуй. Скажи, сколько задонили за август? Ну где-то рублей. Ну рублей 500. Ник, тебя мама просила. Ну что это? У меня же мужик смотрит на зеленом, не? Ой, блять, позор, ебаный тигрин. Где роспись? Прошло 2 минуты, ее нету. Сервис хуйня. Ну блять, сервис хуйня ебаная, да. Спасибо за 666. Мне хуёво, пиздец. Мне, блядь, пиздец как-то, не очень. За 5к я бы Нави в соло выиграл. У тебя никнейм Никитка Повелитель Говна, ты о чем вообще? Почему умираю я, хотя хуйню сделал зеленый? Ну что это за смог? Почему он еще встал, чтобы я не смог выйти, блядь? И умер я, блядь, я просто... Я как будто меня убили я просто понимаю, ради... Это жертва, блядь, приношение ебаное. Хуй знает, просто умиротворение во мне ноль, понимаете? Но по мне умиротворение просто все сдохло, нахуй. Я не понимаю, что это за человек? Спасибо за 1200-300 рублей. 1200-300 рублей, ну вы поняли. Спасибо огромное. А как? Что это за миллионер? Он донатит... Он как будто с консоли донатит, блядь, так быстро, что я не успеваю, нахуй, отвечать даже. Как он так донатит каждые 20 секунд, я не понимаю, он админ? Видите, это вообще реальные донаты, нет? Вдруг моя мать с моего аккаунта просто хуярит. Это реальные донаты, что за хуйня? Чё происходит, блядь? Спасибо огромное. Есть, короче, в народе такая тема называется «Делаю Скайуокера». Это вот так вот смачок. И идешь ёбло крушить. Не, это нормально, они все сбежали просто от меня, нахуй. 0-2. Они просто все съебались от меня, блять. Кому мне ёбло крушить? Они, видимо, на стриме сидят, услышали мув Скайуокера и все, блять. И все нахуй. И все просто испарились, блять, с карты. Я не как кобра, просто сильный. Ну и вы видите, у меня... Лагает? Бля, никого в коннекторе нет. Ну чё за хуйня, бля, я должен поверить в это нахуй. Ну ты ебанутый нахуй, почему ты в монстр идешь? Я не знаю, какой-то гений, блядь, игры. Ну реально, как можно вообще подумать в монстр пойти, блядь? О, он просто в смог зашел. Да впиздуй ты игру ебаную, блядь. А ты чё мне делать, запускать, не запускать, next, блядь? Я ж не знаю, нахуй, я просто, блядь, я сейчас захочу закончить стрим вообще, блядь. Что мне делать, блядь, вообще в этом дне ебаном, нахуй? Что мне делать? Я не хочу играть в эту хуйню, блядь. Зачился, как? У меня даже картинка моя не поможет, блядь. Ай, блядь, я фейсит закрыл просто нахуй, ебать, ну что за долбоебизм, блядь? Что это вообще нахуй у меня? О! Ой, блядь, я случайно вообще браузер закрыл, нахуй, ну что за долбоебизм?